Добрый вечер, день, утро, у кого что? Новый сайт сделали, и я считаю, что это шаг вперед по пути улучшения работы с клиентами, чтобы им было удобнее. Итак, сайт стандартный, все разделы, у вас здесь сразу разделы представителей, вы можете по списку выбрать, можете географически прям свой регион ткнуть и посмотреть, кто у вас представитель в данном регионе. Даже у вас сразу название там есть и прочее. Но не суть, это стандартное. Вы можете зарегистрироваться, у вас появится свой кабинет. Для чего это нужно? Вы можете делать заказы прямо с сайта, заказы делать всего, что у нас есть на складе. Данные на сайте привязаны к складу, обновляются ежедневно. То есть, если это есть у нас на складе, вы сможете это заказать. Значит, идете в каталог, к примеру, берете, не знаю, там запчасти берете, да? У меня уже, я уже вошел в свой кабинет, вот я ставлю в корзину, например, эту запчасть, я ставлю в корзину, к примеру, там, не знаю, вот эту запчасть. Есть, они у меня в корзине. Я перехожу в корзину, перехожу к оформлению заказа. Здесь вы выбираете, что вы физическое лицо, вы вводите свой адрес, может быть, комментарии к заказу какие-то есть еще. Ну, то есть вся эта информация, чтобы мы уже знали, куда что отправлять. Номер телефона, все понятно. Оформляете заказ. Заказ успешно создан. И у вас здесь номер заказа, дата, для того, чтобы у вас эта информация была. Нажимаете «Оплатить», и у вас выскакивает оплата. Оплата происходит с помощью QR-кода. У вас формируется QR-код, входите в свое банковское приложение, идете «Оплата по QR-коду», наводите, и у вас выскакивает платежка, нажимаете «Оплатить», деньги уходят, к нам приходит информация о том, что этот заказ оплачен. Как только эта информация поступает на склад к девочкам о том, что данный заказ оплачен, они тут же начинают процесс сборки и уведомляют вас о том, что данный заказ оплаченный, ушел, тогда-то, тогда-то, и скидывают вам трек, чтобы вы могли отслеживать. Мы сделаем потом, что программа будет трек вам скидывать автоматически. Сайт сейчас в процессе наладки и отлавливания багов. Поэтому мы будем крайне признательны, если у вас что-то пошло не так, или вы хотите что-то изменить, чтобы вы с обратной связью пришли, мы обязательно прислушаемся и это все сделаем. Так что новый инструмент для того, чтобы максимально быстро, комфортно и удобно делать заказ любых запчастей, любых изделий, любых аксессуаров, которые у нас находятся на складе, готов. Пользуйтесь, наслаждайтесь, и мы всегда работаем ради вас. Спасибо большое.